Делюсь вдохновением. В Чебоксарской академии искусств прошел мастер-класс по академическому вокалу. Его провел Дмитрий Кондратков, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. А слушала Юлия Важенина. Брать дыхание, что сделать, чтобы звук был полетным и для чего нужно петь вокализы. Дмитрий Кондратков не только рассказал об основах академического вокала, но и показал на своем примере, как это делается. Профессионально занимается вокалом вот уже более 20 лет. Для него все началось со скрипичного концерта, который он посмотрел по телевизору. Тогда еще будущего вокалиста настолько поразил концерт, что другого пути, кроме как пойти в музыкальную школу, он не видел. Воспитанники Академии искусств тоже мечтают о сцене и внимательно слушают артиста. Дмитрий Кондратков исполнил серенаду Дон Кихота вместе с Семеном Алексеевым. Волнительно, интересно попробовать с известным вокалистом спеть. Я неплохо спел, но еще нужно работать, это я знаю уже. Всегда есть чему можно научиться. После мастер-класса «Разбор полетов» Дмитрий Кондратков послушал учеников Академии, детально разобрал их пение. Как говорится, со стороны виднее. Нужно больше петь для зрителя. Звук не надо на себя, как бы держать в себе звук не надо. Нужно немножко открывать звук, отправлять его на публику. Сказал, что нужно петь вокализы. Это обязательно для вокалиста, потому что вокализы они уравнивают и делают звук чище. Это однозначно. Все замечания сохраню, учту и буду работать над собой. Замечательные ребята. Было очень приятно пообщаться, поработать. Ребята, в общем-то, талантливые, потому что практически все мои просьбы они выполняли в силу способностей и таланта. Любите музыку. Такое послание Дмитрий Кондратков оставил начинающим вокалистам на доске вдохновения, как стимул для дальнейшей работы. Юлия Важенина, Павел Редков, Республика.